папоротникообразных. Так, что мы видим? А ризоиды у него видим. Да, вот и... они ризоиды видим. И вот сердцевидная форма. И такая сердцевидная форма. Правильно, скажи, пожалуйста, а какой хромосомный набор у гаметофита? А, гаплоидный набор хромосом. Гаплоидный набор хромосом. Скажи, пожалуйста, а что образует у нас гаметофит? А, в результате зародка образуется... Помогает группа? Гамет. Гамета, совершенно верно. Каким делением? Митозом. Митозом, совершенно верно. Умничка. Итак, получаем себе задание. Вторая группа, быстренько сюда. Да, бегом, бегом. Так, что у вас? Это пыльца сосны. Ты уверен? Да. Давай. Все правильно, да? Посмотрите, ребят. Правильно, молодец, Артем. Итак, как ты определил, Артем, что это действительно пыльца сосны, а не пыльца покрытосеменных? Ну, мы можем увидеть пылинку, у которой есть два воздушных пузырька. Пузырька, конечно, умничка. Молодец. Итак, значит, а что такое, кстати, пыльца сосны? Это тоже гаметофит.